Нам все нам нравится. С приставкой «Впервые» прошло 1 сентября и открытие другого здания на площади Южной, Тусур представил свое новое общежитие. Помимо элементарной новизны помещений и современного ремонта, в здании есть несколько изюминок. Это новый подход к организации жилого пространства, а именно квартиры вместо комнат и секций, плюс система управления коммунальным оборудованием «Умный дом». Ее, кстати, разработали в самом Тусуре, так что теперь студенты смогут лично оценить актуальность и работоспособность своего изобретения. Правда, далеко не каждый сможет жить в этом общежитии. Есть критерии для отбора. О них и не только Валерия Кулешова. Вот что для студента Тусура может быть. Стипендии за красные сессии – это привилегия жить в новом общежитии. Ключи от комнат из рук главы региона, мэра, спикера гордумы и ректора получили отличники, спортсмены и активисты вуза. Хочу вам сказать, что, знаете, многие подходили по мечи до этого и говорили, а что у нас там за новый элитный такой дом строится? Это новое элитное общежитие у нас строится. И от официальной части к осмотру здания. Столовая, спортзал, учебные комнаты и лифт. С мониторами, с музыкой и так далее. Третий этаж. А уже на третьем этаже, присев на кровать, как старые добрые, первые лица города и региона вспомнили, как сами когда-то жили на стипендию. И все сравнения советского студенческого быта реакцию вызывают однозначно. Для Тусура это первое общежитие за последние 36 лет. Эта восьмиэтажка обошлась почти в 320 миллионов рублей. Находясь в этой комнате, разрушается стереотипное представление об общежитии. Это не секция на несколько комнат, это благоустроенная квартира, в которой будет жить пятеро человек. Здесь две спальни, благоустроенная. Санузел со стиральной машиной, ванная комната, просторная кухня. И таких квартир здесь 78. Площадь каждой почти 50 квадратов. Но главная особенность этого общежития даже не в качестве ремонта и мебели, а организации контроля за коммунальным хозяйством. Здесь установлена разработанная Тусуром и его индустриальным партнером система «Умный дом». Благодаря специальным датчикам в каждой комнате неучтенным не останется ни один киловатт, гигакалория или кубометр. Эти датчики передают показания по расходу теплоэнергии непосредственно в компьютер, что позволяет устанавливать расход тепла и электроэнергии непосредственно на каждом определенном участке. Сюда можно повесить, может быть, мой костюм повесить, еще парочку вещей, джинсы, что-нибудь. Наполнять свои шкафы 286 отличников Тусура будут все выходные. А вуз искать возможность для устранения оставшегося дефицита жилья для своих студентов. В планах руководства построить еще одно общежитие к 2021 году. Валерия Кулешова, Антон Сухушин, Вести, Томск. Томская область продолжает модернизировать животноводство вслед за ставшей уже привычной фермой.